Сегодня я хочу рассказать о фильме «Марти». Это классический американский фильм 1955 года, в свое время признанный Американской киноакадемией лучшим фильмом, вот, собственно, этого 1955 года, и при этом имеющий в своем багаже вот такое, на самом деле, чрезвычайно редкое достижение. Перед тем, как получить вот главную награду «Оскар», этот фильм получил еще и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. То есть на тот момент он был только вторым фильмом, который вот добился, ну, имеет вот такое достижение как бы в своем багаже. Перед этим был еще «Потерянный уикенд» незадолго до этого. А вот после этих двух фильмов прошло, ну, прошли года, огромное количество времени, года, десятилетия. И только, ну, вот относительно недавние от нас «Паразиты» сумели это достижение повторить. Вот на самом деле, действительно, европейский крупнейший мировой кинофестиваль, вот, проходящий в Европе, в Каннах, он на самом деле практически никогда в своих предпочтениях не совпадает с выбором Американской киноакадемии, даже несмотря на то, что очень часто, ну, во всяком случае, довольно-таки часто на Каннском фестивале побеждали именно вот американские картины, картины независимых, скажем так, американских режиссеров, это и братья Коэны, и Стивен Содерберг, и Дэвид Линч, и тот же Мартин Скорсезе, даже, наверное, в первую очередь Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола побеждал, но тем не менее вот все их картины они в итоге проигрывали в своем соревновании именно за призы американских киноакадемиков. То есть получается все время зачастую вот это такое, ну, не противостояние, но не совпадение мы можем наблюдать. И вот получается за всю историю наблюдений лишь три случая, когда вот неожиданно взгляды и Каннского фестиваля, и киноакадемиков американских, вот они совпали. И вот этот фильм «Марти», этот вот как раз один из этих трех случаев. Но это, что называется, уже ну, такие напускные дополнительные подробности, не имеющие, конечно, никакого отношения собственно, к картине, в том плане, вот каким-то ее художественным достоинством. А, наверное, ключевое достоинство этого фильма в его прям-таки необыкновенной простоте. То есть это, ну, вот необычайно простое кино, как по своему замыслу, так и по своему воплощению. То есть это практически, можно даже сказать, телеспектакль. И на самом деле, то есть изначально «Марти» и был телеспектаклем, который поставил тот же самый режиссер Делберт Манн, правда, с другими актерами. То есть из телеспектакля в фильм перекочевала только одна актриса, Эстер Минчотти, которая сыграла мать главного героя, ну, то есть очень важную роль второго плана, а вот главные персонажи в итоге для киноверсии были заменены. И вот сам по себе кинофильм, он, наверное, можно предположить, появился именно потому, что телеспектакль был признан успешным. И ну, даже несмотря на то, что фильм как бы он длился, ну, там, без малого, там, в два раза дольше телеспектакля, все равно вот эта простота сюжета и его воплощения, она была сохранена. И вот успех этой картины, как зрительский, так и профессиональный, он в свое время как бы ну, породил, наверное, какую-то целую волну такого рода картины, или во всяком случае дал понять кинематографистам, что порой зрителю и не нужны какие-то сложности. Ему достаточно вот действительно такой, ну, скажем так, истории с простыми, понятными отношениями и без какого-то такого напускного, что называется,
без напускной киношности. Конечно, можно тут сказать, что, ну, блин, мы такого, ну, особенно сейчас и по телевизору видим, и, конечно, вот многие телемувики, такое вот прям неприятное слово, вот они на такой простоте и построены, и вот может показаться, ну, а чем Марти этот лучше вот всех этих телемувиков, ведь тоже вот простые человеческие отношения, необычайно просто снято, ну, и вот, но разве они не наследуют ему, и как бы почему же они тогда не получают вот эту золотую пальмовую ветвь? Ну, наверное, каждый зритель для себя это как-то ответит. Тем более, ведь очень важно, что все эти призы, когда говоришь о них, важно понимать, конечно, еще, наверное, и контекст времени. И да, потом даже, может быть, и удивляться вот этому, и взять, допустим, Каннский фестиваль. Конечно, может быть, там нет, в тот год в Каннском конкурсе не было какого-то изобилия вот таких режиссерских имен, которые, вот, допустим, и сейчас у нас на слуху, но тем не менее там был и фильм Витторио де Сики, Великого Золота Неаполя, и, допустим, был выдающийся фильм Элио Казана «К востоку от рая», мощнейшая такая вот кинематографическое такое полотно прям, да, необычайно такое, ну, сильное, до сих пор производящее, ну, такое прям неизгладимое впечатление. Кроме того, была и большая семья нашего классика Иосифа Хейфица, которая, вот мы можем как угодно относиться к советскому кинематографу сегодня, но было бы странно не признать, что советский кинематограф – это один из действительно величайших кинематографов мира. И вот, то есть у нас была своя тоже школа, свое как бы вот мастерство построения вот какого-то такого эпоса. И вот не зря, кстати, на том же Каннском кинофестивале «Большая семья» была выделена, ну, довольно-таки необычным образом, одновременно получив призы и за мужской ансамбль, и за женский, то есть в категориях вот за мужскую роль и за женскую роль были выделены не отдельные артисты, а вот ансамбли. То есть вот и в этом отношении, конечно, «Большая семья» кардинально представляет некую вот кардинальную противоположность фильму «Марти». «Марти» – это скромный фильм буквально на нескольких актеров, и вот «Большая семья» прям вот в какой-то мере такой эпос, такая летопись советской жизни, да. Ну, я как бы округляю, скажем так, и немножко такие условные даю формулировки, но возвращаясь вот к Каннскому конкурсу, что, конечно, очень интересно осознавать вот контекст, почему именно о Марте он был выбран членом жюри, вот действительно, а почему же так получилось, что и впоследствии киноакадемики выделили эту картину из прочих. Ну вот, возможно, это было требование времени, вот желание уйти от чего-то колоссального, а прийти к простым человеческим историям. Ну, в любом случае, необычайно мастерски и тонко, и профессионально рассказанными, потому что да, фильм о Марте, он очень простой, но при этом он цепляет, ну, отзывается в душе, то есть он достигает главного, ты переживаешь вот за этих героев, за этого несуразного Марти, но это имя главного героя, как легко понять, вот ему 34 года, он такой мясник, ну, простой американский парень, ну, уже, в общем, мужчина, да, у которого есть единственный минус, он вот еще не женат, он живет с мамой, ну, такой маменькин сынок получается, и вот вроде, да, ну, с этим связаны какие-то шуточки его товарищи, которые уже успели как бы обзавестись собственными семьями, и мать его все время тоже подталкивает, что ну иди, ну ты познакомься с кем-то, ну найди себе девушку, а вот, ну пусть даже не будет какой-то красавицы, но все равно вот, чтобы ты как-то с кем-то, кто-то у тебя был. И вот он, поддавшись уговорам, идет на дискотеку, в танцзал, как бы, вот, и, в общем, встречает вроде и не ту, кого собирался встретить, и вот вроде бы это совершенно, ну, то пересечение, которое
ну, поначалу и не воспринимается, что как нечто серьезное даже не воспринимается нами. То есть я, допустим, тут попался даже в эту, как бы, такую ловушку режиссерскую, что я не сразу понял, что вот, в общем, это та девушка, в общем, да, с которой нам суждено будет провести следующее время. А вот это все так довольно-таки изящно, элегантно сделано, вот их знакомство и какое-то дальнейшее завязывание вот этих сюжетных крючочков, ну вот получается как-то какой-то завязывается разговор между вот этим Марти и Кларой, который почему-то в этом фильме как-то так называют неказистой и какой-то так непривлекательной, но, по-моему, это, ну, так, снобистский взгляд такой совершенно неверный, очень такая миленькая девушка, и, ну, в общем, ничем как бы не хуже остальных, может быть, она не столь эффектна, как некоторые умеют себя подать, но, в общем, это совершенно не минус. Ну, в контексте этого фильма получается, что встретились как бы не только два одиночества, но, грубо говоря, две посредственности. Ничего плохого в это слово сейчас не вкладываю. Вот они такие, они простые, они вот как все, у них вроде такая простая, может быть, скучная жизнь, но, конечно, она насыщенная какими-то их мелкими событиями, но она вот как бы, это не какая-то великая биография, и они сами там, ну, готовы признавать в том, что вот они такие маленькие люди. И вот вдруг эти два маленьких человека встретились, и они как-то вот, они зацепились вот как это друг за друга в разговоре, и дальше вот и нет никакого, в принципе, развития, то есть, ну, такого внешнего динамичного, скажем так. Мы наблюдаем просто за их разговором, за их, значит, вот как-то одна тема перетекает в другую и так далее, и так далее. Вот, и вроде бы как бы и на этом вечере, на этом свидании как бы ставится точка, и есть лишь обещание, что он потом позвонит. Вот, и очень любопытно, как дальше идет развитие во второй части этой картины. Допустим, как неожиданно преображается образ матери, которая только что толкала сына своего вот в эту супружескую жизнь, и вот как бы, ну, что ты типа как бы иди, ты должен как бы обзавестись собственной семьей. А потом вдруг она понимает, что вроде бы она даже достигла в этом успеха, и вдруг как бы вот, что называется, злые языки ей нашептывают, а что дальше-то будет, а не забудет ли в итоге, найдя жену, не забудет ли сын мать? И вдруг она неожиданно как бы превращается как бы в нечто обратное, противоположное тому, что было только что, еще как бы предыдущим днем, предыдущим вечером, да, и получается, там мы наблюдаем не без улыбки вот за ее какой-то внезапной ревностью, и мы тем самым, и мы переживаем, в итоге мы переживаем, сделает ли герой вот этот простейший, банальнейший шаг, позвонит ли он, как бы, то есть дождется ли вот эта героиня, вот этого знаменитого, ну, нашего прославленного в песне «Позвони мне, позвони», позвони мне ради Бога, и вот мы буквально коротко даны какие-то короткие планы в ее вот банального, ну, вроде бы нет ничего проще, ожидания звонка, да? Ну, какая драма вот в этом заложена, какая драма вот вроде бы простейшем этом, она как бы, как она развивается, с другой стороны, это, я говорю, простейшая и банальная драма, а с другой стороны, если вспомнить, допустим, веяние нынешних времен, мемасики, да, есть прямо мемасики, да, почему он мне не звонит, да, то есть, как бы, на самом деле, это же в этом крохотном, вот банальном каком-то таком движении простейшем, ведь действительно заложена, ну, человеческая судьба порой, да, человеческая драма, вот это ожидание некого будущего счастья. Да, вот сейчас оно выражено вот в этих мимасиках, а в кино оно в том числе выражено в этом фильме «Марти». И вот то, как режиссер сумел поймать вот, и рассказать нам, поймать этот момент, вот эту драму,
Вот это невероятное на самом деле напряжение, да, вот я опять же говорю, про это как о некой банальщине, но в то же время, а сколько всего внутри этой банальщины может быть? То есть ведь это шанс на жизнь, да, вот шанс на то, что твоя жизнь переменится и осветится чем-то новым. Может быть, да, мы не знаем дальше, что будет, может быть, сложится у них семья, может, не сложится. Но вот сколь важен сам вот этот первый шаг. Да, первый шаг вроде герои сделали, но надо его развить. То есть и следующий шаг уже будет вот этот телефонный звонок. И сколь много может этот телефонный звонок значить. И, конечно, здесь вот пора перейти к имени, наверное, в первую очередь сценариста, который сумел вот эту историю найти и ее вот очень так интересно расписать, это Пэдди Чайевский. Это, мне кажется, очень знаковая фигура для вот американской сценарной школы. Я, может быть, несправедливо сравню ее, но вот мне кажется, что вот как для советского кинематографа очень значима фигура сценариста Геннадия Шпаликова, так и для американского кино, ну, может быть, совсем по другим причинам уже значима фигура Пэдди Чайевский, то есть Шпаликов скорее был таким романтиком, Чайевский может быть более приземлен, но вот мне, я сейчас именно их сравниваю с точки зрения их влияния, как бы даже вот великий нынешний сценарист Аарон Соркин в свое время признавался, насколько вот ему дорог вот как бы его старший коллега. И по заслугам, конечно, сценарий Марти был отмечен Оскаром. И в последующие годы Чаевский получил еще две награды. То есть у него в итоге три Оскара. Но это для американских сценаристов весьма значимое как бы достижение. Не так много таких имен. Следующие его картины отмечена этой наградой, это фильм «Больница» и, наверное, еще более прославленный фильм «Телесеть», даже более прославленный, наверное, чем вот этот фильм «Марти», но они уже совершенно как бы в ином роде созданы. Вот, и, конечно, следует сказать и о режиссере Делберте Мане. Это его дебют. Дебют вот в 35 лет он столь громко себе заявил, тоже один из немногих фильмов, вот, которые получили премию «Оскар» вот именно за первую работу режиссера. И вот, как я уже отметил, телеспектакль тоже был снят для телевидения им же. И вот успех телеспектакля, он и проложил дорогу именно киноверсии для больших экранов уже. Вот, к сожалению, нельзя сказать, что дальнейшая судьба вот режиссера Делберта Манна сложилось так уж блестяще. У него, пожалуй, наверное, разве что следующий, ну, один из следующих фильмов, вышедший уже в 1958 году, получил вот такой же, ну, сравнимое вот с первым успехом внимание на Оскаре. Это фильм «За отдельными столиками», который имел и несколько номинаций, в двух из них была одержана победа. А дальше как-то вот уже вроде бы и сказать особо не о чем. Но единственное, что, конечно, вот особенно в свете сегодняшнего времени, не можешь не заметить, что Делберт Манн, он снял телевизионную экранизацию великого романа Ремарка «На Западном фронте без перемен», который сейчас к этому роману вновь привлечено внимание благодаря новой экранизации. И вот именно в 1979 году именно Делберт Манн осуществил телеверсию, ну, то есть, как бы воплотил этот роман именно для телевидения, за что бы даже был отмечен Золотым Глобусом. Та экранизация получила Золотой Глобус вот за лучший телефильм. Конечно, следует назвать исполнителей главных ролей, тем более, что Эрнест Боргнайн, он получил вот один из Оскаров, доставшихся этой картине. Всего как бы у фильма 4 Оскара при 8 номинациях. Ну, как я уже сказал, что тут главное, что есть и главный Оскар за лучший фильм года. Но вот, к сожалению, тоже, наверное, можно сказать, что Эрнест Боргнайн, он остался, ну, в памяти во многом благодаря именно вот этому фильму. Он, конечно, потом у него фильмография очень насыщенная, он появлялся и в таких, можно сказать, культовых знаменитых фильмах, как «Грязная дюжина» или «Дикая банда», например. Но, тем не менее, все-таки, наверное, вот
его вот основной успех связан именно с Марти, и вот как бы его вспоминают в первую очередь по этому фильму. И вот, к сожалению, вот исполнительница роли Клары, Бетси Блэр, она и вовсе не оставила, наверное, какого-то большого следа в киноискусстве, хотя вот спустя всего несколько лет она снялась в фильме у самого Микеланджело Антониони, в фильме «Крик» сыграла одну из главных ролей, но дальше как-то у нее вот, ну, наверное, по разным причинам как-то не сложилась судьба, и, ну, вот так бывает. А вот, ну, тем не менее, в любом случае, вот даже вот один фильм, но вот настолько великий, он в любом случае, как бы, видите, оставил имя Бетси Блэр в истории кинематографа. А что еще можно сказать вот об этой картине, ну, в качестве такого, как бы, ну, завершающего штриха, что я начал с одного оскаровского достижения, что вот это редкий фильм, который имеет, значит, и одновременно и Оскар за лучшую картину года, и Золотую пальмовую ветвь, а закончу другим таким рекордным достижением. А оказывается, при своей протяженности в 90 минут, это до сих пор самый короткий фильм, который получил вот главную награду вот Американской киноакадемии. Ну и вот это просто, опять же, возвращает нас к мысли о том, что вот это очень простая история, очень просто поставленная. Тут не было нужды вот как-то растягивать, и наоборот, даже вот получается 90 минут, это, наверное, максимум, что можно было из этой истории выжить, и уж как бы хорошо, что до этого дотянули. И вот я говорю, то есть вы просто посмотрите этот фильм, и вы поймете, что порой вот эта простота внешняя, это ничуть не минус для фильма, а это наоборот может быть плюсом. Да, вроде бы мы хотим кино более эффектное, более зрелищное, и вроде бы кинематограф, он для этого и придуман, чтобы развлекать нас именно какими-то зрелищами, а вот тут наоборот, вот именно предельный лаконизм, предельная простота и сюжет, и воплощение, но при этом это работает вот в любом случае. Ты все равно вот, вдруг неожиданно с каких-то таких первых, может быть, шагов прикипаешь к этим героям, и ты хочешь, чтобы у них все получилось, и чтобы они действительно, вот раз они нашли друг друга, чтобы они не потеряли. И вот этот фильм показывает, что вот, показывает все величие подобного рода простых историй, потому что порой, как бы, ну, принято смотреть, ну, или можно смотреть на них так несколько снисходительно, что, ну, это, ну, что это такое, это не роман, ну, это реально рассказик. Но в этих рассказиках порой есть своя теплота, свой лиризм, свое обаяние. И вот Марти – это прекрасное тому свидетельство.